70% детей не перерастет свой СДВГ. То есть, если сейчас мы оказываемся в конструкции, что у нас эпидемия СДВГ среди детей, я вам должен сказать, что спустя 5, 10, 20 лет у вас будет эпидемия СДВГ у взрослых. Это люди, которые не смогут концентрироваться и выполнять осмысленную работу. По этому поводу написано уже куча книг, проведено тысячи, десятки тысяч исследований. Если вас это заинтересует, то по цифровому слабоумию, вот почитайте и Шпицеры, и Клинберга, это очень хорошие, действительно, показательные авторы.